У меня так волосы отросли, кстати, только сейчас заметила. Первый план на сегодня — сделать небольшую уборку, потому что валяется просто все, что только возможно. Я не знаю, как так получается, но я просто убиралась на подоконнике, и так получилось, что я просто все сюда сместила, и все. А еще мусорку надо вынести будет потом. Я нахожусь в селе, хотя вокруг одни дома. Сейчас еще, наверное, пойду в магазин, хочу купить детское питание, чтобы делать тыквенное капучино или латте. Боже, у меня на голове просто шапопало, я даже не хочу себя показывать. Все мы поняли, что ничего не видно, я еще в маске, потому что холодно, лицо мерзнет. Очень все видно, конечно, но вы понимаете, да? Сейчас выйду на свет. Вот. Ай, Джойчик. Почему я раньше не задумалась, как тут есть... А, такая функция, как осветлить немножко. Меня теперь видно. Всем привет. Я уже вернулась домой, у меня тут есть покупочки на розыгрыш. Ну а я тем временем после долгой пропажи собираюсь возобновлять свой влоговый канал, поэтому полное видео данного вечера, то, как я ходила за покупками и так далее, вы сможете увидеть на моем влоговом канале. Буду заниматься потом уроками. Ну не уроками, а домашками. Потому что завтра будет сложный день достаточно. И еще мне надо будет помонтировать видео. Сейчас хочу порисовать картину по номерам, немножко отдохнуть. И сделаю, наверное, себе чай, пойду.
of my work in one floor and also help each other. But I really, really like it. Сейчас готовьтесь к распаковке. Я знаю, как вы любите распаковки всяких посылочек, особенно тогда, когда в них находится канцелярия. Поэтому давайте смотреть. Вот и пришла долгожданная посылка с Алиэкспресса, то есть с одного магазинчика оттуда. В общем, посылку я забрала еще неделю назад, но видео с распаковкой смонтировала только сейчас, поэтому смотрите, сколько тут всего интересного я выбрала. И тетради, и планеры, просто огромное количество ручек, маркеров и органайзеров на рабочий стол для создания комфортного пространства вокруг себя. Для многих, думаю, актуально в данный сезон. Кстати, я тут подумала и поняла, что было бы офигенно разыграть эту канцелярию у меня на следующем розыгрыше в Инстаграм. Как вам такая идея? Я уже придумала даже пару боксиков. Например, можно будет сделать Plan With Me бокс для тех, кто планирует свое время и так далее. Жду ваши комментарии и надеюсь, что обзор вам понравился. Ссылку на Инстаграм аккаунт магазина, а также на сам магазин я оставила в описании под видео. И сюрприз мы подготовили вместе с магазином, промокод Стадилингва на 10% скидку в магазине. Не обязательно заглядывайте к ним. Я собираю посылки, сняла обзор на посылку, собственно, который, да, вы уже увидели. А также немножко там разбираю призы на розыгрыш. Сейчас буду снимать вот это вот на розыгрыш, наверное, сразу, пока у меня все разобрано. И пью тыквенное латте. Ну, не латте, а я сама себе сделала кофе с тыквой. Это безумно вкусно. Если хотите, я могу показать, как я это делаю. Так что пишите в комментариях. В этот день мы договорились с моей подругой Машей встретиться у меня дома, попланировать наш совместный проект, а также мы сидели на двух парах английского и вместе пытались что-то отвечать. Шоколадки с Германии мне с ромом. Это ром. Какой коньяк. Тихо. Смотрите, как расставлено. Маша планер пишет. Мы английский делаем. Чипсы видео. И еще у нас идет, закрою все фотки и так далее. У нас практикантка идет. Так, окей. And egg had to be. Например. Как вариант, это не то, чтобы дать сражение, например, тоже очень интересно. Not to be disappointed. Happily. Работа кипит, я монтирую видео, которое должно выйти завтра. Вообще, оно должно было выйти сегодня, но так как я сегодня провела день с Машей, я не успела просто-напросто его выложить. Не успела даже обложку снять. Точнее, не снять, а выбрать фотки для обложки, потому что у меня зачастую они все готовы. Ничего я, в принципе, не успела. Проснулась я сегодня тоже достаточно поздно, где-то... Вообще, первый раз я проснулась в 8, написала Маше, я даже не помню, как я это написала. А потом снова заснула, выключила еще два будильника, и, короче, в итоге я где-то к 10 проснулась. Все потому, что я работала допоздна. Поэтому буду доделывать видео, мне осталось буквально выбрать музыку и сделать обложку.
и также его поставить, потому что я думаю, что завтра этим заниматься не буду, и лучше всего мне поставить его прямо сейчас. Вот. Такие классные песни нахожу, когда ищу музыку для видео, хотя я ищу на специальном сайте, то есть там куплена подписка, да, чтобы использовать эту музыку без авторского права, чтобы мои видео не блокали. Но все же, эта музыка вроде как и бесплатная, да, без авторского права, когда у вас есть эта подписка. Но она ведь должна быть непопулярной, чтобы у нее не было авторского права, ее можно было использовать, по идее. Но иногда такие прям вот классные песни попадаются, я вообще меломан, в принципе. Я их добавляю потом в свой плейлист и слушаю, но бывает иногда, что вообще песню невозможно найти, то есть невозможно там найти в Spotify, невозможно найти во всяких ботах в Телеграме, чтобы скачать, потому что у меня нет подписок нигде на музыку, я слушаю в Телеграме. Там, кстати, есть авторское право, и очень часто я не могу найти нужную музыку, потому что ее невозможно послушать, но все же. Кстати, я заметила, что я очень часто говорю «но все же» в конце. Это, знаете, как завершающая какая-то фраза для мысли, и на самом деле это не очень хорошо. Буду как-то стараться это контролировать. Если что, пишите в комментариях. И вот это вот еще у меня есть. Это вообще фишка всех моих лет, годов. Ну, а так я монтирую видео, поставила телефон. Кстати, я когда ставлю телефон на таймлапс, я хоть как-то могу контролировать свое время, потому что иначе я просто беру телефон, не выпускаю его из рук, отвлекаюсь на соцсети, и мне ничего не получается делать, а так я хотя бы могу себя хоть как-то контролировать, потому что телефон все-таки снимает, соответственно, трогать я его не могу, и это меня дисциплинирует, честно говоря. Поэтому даже тоже ведение блога, ведение каких-то тиктоков своих, да, на тему учебы, если вам что-то надо сделать, это очень классный способ, во-первых, самовыразиться, во-вторых, как-то реализоваться даже в какой-то степени, да, и научиться тайм-менеджменту, почему бы и да. Ладно, все, я продолжаю монтировать, потому что у меня очень мало времени, мне еще надо домашку по немецкому делать. Сегодня очень странно болит голова. Я раньше думала, что я вообще не метеозависима, потом я думала, что я метеозависима, но оказывается, я очень метеозависима. У меня голова просто раскалывается, не знаю, я либо сейчас таблетку буду пить, потому что это невыносимо. Мне еще надо столько всего сделать, и я не могу сидеть, вообще не могу сидеть. Еще я засыпаю. Сейчас буду заказывать книги, тоже на розыгрыш. Не себе, к сожалению. Но мне, в принципе, не нужны. У меня есть там пару книг, которые я никак не могу сесть и прочитать, потому что не могу найти на это время. Я читаю те, что у меня на планшете, а их надо закончить, чтобы приступить к новым. В общем-то, да. Поэтому сейчас буду смотреть, что тут есть на русском, потому что сайт украинский, очень много на украинском книг повыпускали, а на русском вот как раз-таки уже сложновато найти. Но ничего страшного, буду пробовать. Вот. И потом еще буду на сайте выбирать масочки тоже для розыгрыша, потому что давно их не разыгрывали. Теперь выбираем канцелярию на другом сайте.
класс. Это тоже для видео. И очень давно хотела заказать канцелярию, опять же, на розыгрыш, потому что мне не нужна. А на розыгрыш все постоянно просят канцелярию разыгрывать. Поэтому, конечно же, канцелярия. И буду обедать. Без понятия, насколько мне хорошо видно, у нас идет дождь. И я включила вспышку в Инстаграме, потому что по-другому на камере невозможно включить вспышку. Очень холодно. Потому что дождь идет. Все, я иду на курсы по вождению. Еще я надела шарф и зимнюю курточку. Make us both.